Добрый день, дорогие друзья, гости нашего замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. Привет, Юля. Привет. И ваш риэлтор во Флориде Надя Эггерс. Друзья, сегодня у нас замечательное событие. Я хотела поздравить нашего инвестора из Бостона. Кстати, с Денисом мы снимали два дома. Юля, поставь ссылочку. Да, мы уже снимали для вас два дома, когда мы были в поиске. И вот этот вот дом призер, честно говоря, шикарный дом, именно то, что наш инвестор хотела. Покупка была дистанционная, я работала с Денисом над инвестором, все это делалось через показы видео, да, и дистанционные показы дома. Честно говоря, мы уже, в принципе, понимали, что нашему инвестору нужно. Мы всегда подводим людей, чтобы у людей была уже картина, их критерии, что они хотят от дома, какая цель, будет ли клиент в доме жить. Может быть, каким-то клиентам обязательно нужна только белая кухня, а не там коричневая, например. То есть мы подводим под бюджет, мы проводим большие консультации, чтобы мы поняли, что человеку нужно, и не тратили мы ни наше, ни их время. Правильно. Замечательный инвестор, она, в принципе, поняла, что ей нужно. Ей обязательно нужны были район с хорошими, со всеми тремя отличными школами. Пусть даже если она сама не будет здесь жить, хотя она планирует года через три, но детей школьного возраста нет. Как инвестиции мы все это обсуждали, она решила, что это очень хороший плюсик, и я согласна. Сложность наша была такова, что, конечно, мы предпочитали, чтобы дом с бассейном был, и до 500 тысяч долларов, и еще район с хорошими школами. То есть такие дома выходят, но очень редко. Очень редко. Еще в таком состоянии, чтобы не нужно было делать ремонт, и можно было сразу сдавать тенантам. Кстати, еще огромное спасибо Денису. Мы с Денисом сейчас увидимся. Он сейчас делает проходку по дому. Завтра у нас заезжает тенант, арендатор. Все шикарно получилось. Этот дом мы сдали за 2900. Плюс еще арендатор дополнительно будет в месяц платить 130 долларов за чистку бассейна. Ого. То есть получается 3030. Давайте я расскажу вам по дому, где находится. Дом находится в Овидо. Мы уже показывали, кстати, Юль, я тебе скажу, какой из тех домов был именно в этом комьюнити. Инвестору очень нравится этот комьюнити, она очень хотела что-то вот где-то вот здесь поближе. Это шикарный комьюнити, он очень большой. Элементари школа прямо в пешей доступности, находится прямо на территории комьюнити. Middle школа через, нужно будет через дорогу перейти, но тоже в пешей доступности. Там 0,5 миль, можно сказать, пешком. Детки могут на велосипедах ездить. И высшая школа, high school, уже нужно будет, по-моему, она находится в 2 милях отсюда, то есть недалеко. Две школы в пешей доступности. И high school нужно будет ехать. Шикарные школы, школа Авида. Купили мы этот дом за 485. Такие дома уходят вот так вот быстро с рынка. Этот дом только вышел на рынок. Денис умница, я была в отпуске тогда. Денис приехал, все это снял. Говорит, шикарный дом, надо подавать офер. Надо брать. Мы подали офер, поторговались даже. Даже в такое время, когда, в принципе, торговля очень сложна на дома, на хорошие дома. Там сразу multiple offer situation получается. Несколько офферов на такие дома. На этот дом тоже было несколько офферов. Денис выбил маленькую скидочку. То есть они хотели 490, мы купили этот дом за 485 тысяч. 1737 квадратных фит, в переводе на метраж 161 квадратный метр. У нас сегодня ветрено. Сейчас дождик будет. Ветрено, да, извините. В доме 3 спальни, 2 санузла, отличная планировка. Хозяйская комната, она находится в стороне от гостевых. Просто супер, отличная кухня, большая красивая гостиная. Что я еще не ответила? А, кстати, лот. Размер участка, да. Размер участка 0,18 акра. Очень хороший участок, причем это было пожелание, да, чтобы было прайвеси или вид на озеро или лес. Опять-таки, на минуточку, бюджет до 500. Мы нашли реальный дом мечты.
Просто вообще. Здорово. Очень классный, очень хороший. Сейчас мы его посмотрим. А сейчас зовем Дениса. Да, сейчас зовем Дениса. Здравствуйте, друзья! Рад вас сегодня также встретить на канале Юлии Ру Флорида. И рад вам сегодня также поучаствовать в этой съемке и показать этот прекрасный дом. Надя вам уже все рассказала, показала. А с меня технический осмотр дома. Ну и, конечно же, как дополнительно вам расскажу, как мы проходили здесь инспекцию и какие моменты, нюансы учитывались при подборе этого дома. Ну а пока что давайте начнем смотреть, как здесь все выглядит. Итак, при входе мы с вами попадаем в такую большую зону. Здесь как у нас как бы зона прихожей. И с этой стороны сразу открывается у нас первое пространство с этим прекрасным видом на бэк-ярд. Там у нас располагается шикарный бассейн. То есть здесь у нас, в принципе, место для столовой, потому что здесь у нас рядом располагается кухня. И в этой же части комнаты у нас еще и расположена вот эта первая... Это моя любимая комната, с которой мы никогда не знаем, что делать. Но здесь офис можно поставить. Да, вот в принципе, как я когда посмотрел этот дом, сначала как бы у нас такое было впечатление, что здесь слишком много углов. И вот эта странная стена, которая закрывает у нас, получается, кухню, в то же время она как бы делит это пространство. На мой взгляд, если в будущем, например, рассматривать здесь как какую-то дополнительную реконструкцию. Ну, в принципе, дом шикарный для того, чтобы купить хороший. И сразу же сдавать. Вот на данный момент здесь ничего не было сделано, кроме как поменяли замки, то, что нужно было при необходимости, какие-то там, не знаю, электрические моменты перепроверили по лампочкам. Все остальное здесь было просто в идеальном состоянии для того, чтобы просто вот купил и уже начинаешь сдавать. И, кстати, у нас сегодня... прошел уже финальный показ дома, мы нашли хорошего арендатора, хорошего тенанта. То есть завтрашнего дня дом уже будет, будет арендован, поэтому мы уже спешили вам показать этот дом сегодня, быстрее. И как я вот и говорю, шикарное место, шикарный дом, долго пустовать не будет, и долго на рынке не будет стоять, но и арендаторы. У меня, кстати, потом после этого... тенанта еще было, наверное, 4 или 5 звонков, люди просили, спрашивали. Район очень популярный, опять-таки школы, как раз арендаторы заезжают, у нее дочь возраста high school, вот такая школа очень хорошая, Авида High, и такие дома, они долго не простаивают. И хочу сказать, что цена, 2900, плюс бассейн, плюс уход за бассейном, никого не смущало, действительно хорошая цена. То есть примерно, даже не торговались. Да, примерно, за 3000 вообще все готовы были бы снять, с учетом того, что, включая бассейн. По поводу прибыли. Смотрите, что я могу сказать. Во-первых, прибыль у всех разная может быть. Да? Все же зависит от того, что сколько вы денег вложили в эту инвестицию собственного кармана в виде даунпеймента, либо наличными, либо вы зашли под какой-то определенный там лоун, какое-то финансирование, где вы вложили всего 5 или 10%. Все же зависит от этого. То есть если вы купили все это за наличными, то есть действительно здесь хороший доход. Если у вас, получается, есть кредитование, 5%, 10%, 20% down payment, вы должны заранее, если у кого-то есть такой вопрос, вы должны заранее рассчитать и посчитать. Опять же, обращаясь к правильному, хорошему, профессиональному риэлтору, заранее вы можете обсудить как вместе с моргидж-брокером, так и со своим риэлтором, какой у вас будет в итоге доход. Но в любом случае доходность – это недвижимость, которая со временем растет в цене, так как идет все-таки каждый год есть прирост, как прирост и повышение стоимости на недвижимость. Ну и в целом, как бы, сейчас, если еще в дальнейшем будут снижаться рейты, мы ожидаем, что они будут снижаться, моргидж рейты. Если пойдет вниз, вы можете также перефинансироваться и также еще иметь дополнительно от этого доходность. То есть это все очень такое в широком виде нужно рассматривать сразу. Но наша покупательница сделала свое определенное решение по поводу покупки. Я думаю, что эта инвестиция ей принесет очень много пользы. Спасибо. Мы, к сожалению, не можем это разглашать, потому что это очень приватная... Это конфиденциальная информация. Тогда сразу все начнут считать, сколько она даунпеймент сделала или за наличку. В таких инвестициях нужно все рассчитывать индивидуально под... каждого клиента в зависимости от тех факторов, которые озвучил Денис. Абсолютно. Давайте смотреть. По поводу дома, я хотел что сказать. Здесь, конечно, все готово, но вот, например, плитку, которую здесь настелили, она была здесь постелена, по-моему, года 2-3 назад, когда мы покупали, смотрели этот дом.
Плитка неплохая, но я, конечно, вот, на мой взгляд, я бы взял бы, поменял бы это все, сделал единое, потому что у нас там дальше идет другая комбинация. В спальнях у нас там начинается уже где-то винил, ламинат. В идеале здесь сделать ремонт, и что, в принципе, какая, Денис, какое мое видение этот здесь было ремонт, бы? Он не придаст большей ценности за месяц. Это если кто-то сюда, мое мнение, честно говоря. Угу. То есть, если ты вложишь в этот ремонт и везде постелишь один хороший пол, это не будет, он не повысит до 3300, например. Да, но я, например, говорю про перспективы этого дома, да, на будущее. Да. Потому что наша покупательница сказала, что, возможно, она в будущем сама сюда переедет и будет это жить. Это вообще, конечно, да. И я все про вот эту стену. Я бы в идеале бы ее убрал отсюда и сделал одну большую. И перенес бы как раз ее вот сюда. Сделал здесь, отделен прям со счет так наискосок дверь. Вот сюда как раз она сюда просится. Да. Здесь сделать офис. И тогда вот это большое пространство все откроется единое. То есть здесь будет столовая, кухня, где здесь можно сделать просто посередине остров, без вот этой стены, просто большой айленд, и сюда все это выходит на уже на жилую комнату. То есть насколько сразу же изменится это все пространство, с учетом того, что у нас здесь есть еще сводчатые потолки, которые также имеют вот такую определенную геометрию, что придают такую какую-то, ну, воздуха здесь больше дается, это все это помещение. Вот так, в общем-то, мы в фантазиях, как можно реконструировать этот дом, перешли у нас в зону кухни. Посмотрите, какая у нас хорошая, качественная, добротная кухня. Во-первых, здесь гранитные поверхности везде по столешницам. Да? Потом у нас здесь такое же классное место под фонарем, сидеть здесь за завтраками. У нас везде здесь хорошие окна стоят, что тоже очень привлекло новые, наше, кстати, внимание. Окна, да, были поменены. Они у нас уже имеют противоураганную тепло- и шумоизоляцию. То есть они не нагреваются на солнце, что сохраняет прохладу в доме. Хорошо встроенный холодильник, вот прям идеально здесь его место, с этим же столиком для кофе здесь. Вот эта зона рабочая, очень тоже хорошо все предусмотрено. Здесь небольшое пентри, но очень много шкафов, где можно хранить все, что нужно для кухни. И, конечно же, вот это пространство здесь открывается. Большая гостиная, посмотри, здесь можно большая поставить, да, большую диванную мягкую зону. Здесь вот это вот идеальное место для телевизора. Тут уже все выведено у нас на стену, что удобно сразу же и крепить, и подключать все коммуникации. В общем-то, все даже очень хорошо спланировано. Что у нас дальше с этой стороны? Дальше. Так, ну, значит, смотрите, что у нас здесь есть. Небольшая, но такая уютная ванна со своим окном. Много света достаточно здесь. В принципе, здесь если еще поменять светильники, которые немного такие здесь устаревшие, то это у нас комната как раз хороша, что она находится рядом со всей общей зоной и может использоваться как и гостевой туалет. Здесь у нас спряталась пентри, такой типа linen closet, да, здесь можно полотенце складывать для ванной комнаты. И здесь у нас кондиционер, который в хорошем состоянии еще, очень качественный, хорошо охлаждает воздух. Здесь у нас эти две комнаты были все переделаны практически прямо перед продажей, потому что они здесь уже свежепокрашенные все. И здесь вот даже внутри восстановили такую гардеробную систему, то есть что более так современно смотрится уже. И здесь она не очень большая, не очень высокий потолок, но она уютная, потому что здесь достаточно много света, а также вот это окно большое, да, которое смотрит у нас вот на проезжую часть. Окно тоже у нас здесь имеет вот эту вот оригинальную французскую раскладку, да, придает какой-то дополнительный уют этой комнате. Ну и вот полы здесь уже из ламината, да, винил, но они такие приятные, даже все по цвету, все хорошо здесь продумано. Здесь до этого были ковры в оригинале, и хозяева это все поменяли перед продажей. А, здесь у нас такое же вот окно, смотрите, как классно все это смотрится на зелень. Очень хорошо вот прописывается этот рисунок, весь эти кирпичных стен, придает уже какую-то такую аутентичность этому дому. Ну и здесь у нас располагается тоже хорошая большая гардеробная система, что, кстати, очень интересный фактор тоже в доме. Дом как-то не очень, так сказать, молодой, но здесь продумана система вентиляции, то есть здесь идет вытяжка воздуха, и здесь идет поступление. Хотя бы вращение идет намного лучше, и воздуха намного больше в комнатах. И дальше, значит, у нас по планировке мы снова попадаем вот здесь, вот в эту зону у нас жилой. И по этапу давайте посмотрим. С правой стороны у нас начинается здесь хозяйственный блок. Здесь у нас расположены стиральные и сушильные машины.
Тоже очень комфортное такое помещение. Тут рядом гараж и получается рядом спальня. С этой стороны можно что-то забрасывать сразу, стирку со стороны спальни рядом. Здесь у нас полки для хранения разной химии, очень много места. Здесь также есть даже приточная вентиляция, что очень здорово, что здесь воздух тоже меняется. Ну и здесь у нас вот такой вот располагается большой, шикарный гараж. Он светлый, огромный. Видно, как у нас здесь тоже хорошо прокрашены стены. Все такое светлое, аккуратное. И здесь вот эти у нас блоки, блочный дом. У нас здесь много различных мест для хранения даже всякой бытовой техники, инструменты, все такое прочее. Ну, контейнеры для мусора обычно потом выкатываются на улицу, то здесь вполне расположатся две машины. И что здорово, у нас с этой стороны располагается еще дополнительная дверь, которая нас выводит на боковой выход. Как раз здесь у нас получается, можно и с этой стороны на улицу выйти, с этой стороны попасть на бэк-ярд. Ну и в случае того, что здесь ты работаешь, можно просто держать дверь открытую и не открывать полностью вот эту дверь гаражную. Кстати, гаражная дверь у нас здесь еще имеет дополнительную термоизоляцию, что тоже хорошо. Вот на улице жарко сейчас, но вот эта вот термопрослойка, она предохраняет сейчас у нас здесь от перегрева все это помещение, что тоже очень классно и придает как бы, ну, стоимость всему этому дому. Кстати, водонагреватель здесь абсолютно новый, установлен был. Так, здесь у нас еще по ходу идет небольшой шкаф. Такой для разных предметов, мне кажется, здесь можно хранить и полотенца, и средства для уборки. И здесь у нас начинается уже спальня. Что у нас по спальне? Спальня у нас здесь примерно где-то 4 на 5 метров. Достаточно объемная комната, сверхобъемность придает ей вот этот высокий потолок, сводчатый, то есть он переходит дальше все это в ванную комнату. Здесь у нас небольшое окно, но большим плюсом, что у нас уже здесь стоит такая вот дверь, встроенные жалюзи внутри тоже очень классно, не собирающие пыль. И здесь у нас есть выход на бэк-ярд, на бассейн. То есть можно с утра пораньше, так сказать, встав с кровати, умывшись в своей спальне, прыгнуть уже сразу же в бассейн и наслаждаться этой красотой прямо здесь у себя на заднем дворе. Дальше мы идем, смотрим ванную комнату. Вот видите, опять здесь у нас получается такая комбинация плитки. Здесь у нас точно такая же плитка, как была на кухне. Здесь у нас такой вот оливковый цвет стен. Ну, рабочий, скажем, цвет стен. Не слишком яркий, не слишком маркий. Для аренды вполне годится. Здесь у нас кварцевые, зато с хорошей столешницей. Такие долгопрочные, вечные. Хорошие смесители сантехники. Очень много шкафов для хранения всего, что нужно. Здесь у нас такие вот небольшие зеркала, небольшие светильники, но это тоже окей для тех, допустим, кто арендует. Если кому-то что-то нужно поменять, всегда это можно здесь потом будет добавить. Здесь у нас располагается вот такая вот гардеробная. В гардеробной у нас уже ковровое покрытие на полу. И здесь у нас вот так вот отдельно расположился санузел. И здесь такая вот глубокая душевая, то есть можно прям просто зайти. Уединиться, да, причем здесь есть две лейки, то есть можно тут душ вдвоем принимать. Дополнительные здесь у нас споты подсветки, то есть в ночное время, чтобы освещать. Ну и вот это вот стеклянное это из брусков окно тоже прикольно придает такой какой-то свой шарм. Ну здесь такое все, конечно, ну не совсем очень современное, но при этом все очень опрятное, все в хорошем состоянии, все очень удобное для пользования. Давайте уже посмотрим у нас наш прекрасный бэк-ярд. И Надя сейчас вам его покажет. Друзья, вот это вот зона бассейна. Я сейчас, кстати, пока Денис сделал вам тур по дому, мы будем ставить, мы попозже пройдем, сбоку нужно будет поставить две калитки. Вот это вот еще будет у нас инвестиция в этот дом, но эта инвестиция того стоит. Что у нас получается? У нас уже есть забор у этого соседа, нам не нужно ставить наш. У нас есть забор со стороны того соседа, и мы просто поставим калитки. Будет такой приватный двор. Здесь вид шикарный просто, на джунгли. Да. Да, там вообще на самом деле дикий лес, и это большая широкая зеленая полоса, которая идет туда вглубь. То есть это не просто небольшой там какой-то участок, то здесь вполне вероятно, что водятся и олени, и может быть, конечно, какие-то еще животные, типа еноты. Конечно, но опасных животных здесь нет, крокодилов, аллигаторов, но змеи, возможно, люди, многие говорят, что во Флориде есть змеи. Да, они есть, но вот эти вот небольшие черные ужи, которые, обычные ужи, они не опасны.
Поэтому здесь вот эта вся эта флора и фауна, так сказать, безопасная для того, чтобы здесь все было открыто. Я бы, наверное, вот в этом дворе проводила все свое время. Посмотри, вот здесь накрытая какая большая территория. Здесь можно сделать такую прям уличную гостиную. Угу. Да? Здесь можно поставить и удобные аудор, вот уличный диван, кресло. Можно барбекю, кстати, я бы под крышу его не ставила, я бы его туда поставила. Стол обеденный можно, опять-таки, если гости у тебя здесь очень много места, барбекю да, делают. Для всего, да. Здесь, кстати, есть, и это очень умно, но это не пришло, это не пришло как бы с домом. Здесь можно поставить, видите, уже есть отверстие. Если у семьи маленькие детки, чтобы они не выбежали и не утонули в бассейне, да, например, вот здесь можно купить, это не будет уже дорого стоить, потому что отверстие есть для специальных сеток. Забор такой, чтобы дети не смогли. Такая удобная встроенная функция, но нашим арендаторам они не нужны, и как бы покупатели старше. Смотрите, тоже. Какой огромный бассейн, просто размер его очень большой. Я очень часто вижу такие прям вот в половину, знаешь, вот этого бассейна. Все очень чистенько, инспекцию, не знаю, Денис говорил или нет, я не была, инспекцию, дом прошел шикарно, бассейн облицован. Там вот еще фонтанчик, сегодня он начинает работать, когда идет фильтрация бассейна. И, кстати, этот бассейн подогревается, уже были установлены солнечные панели специально для бассейна, и подогревается от солнца. Так как у нас во Флориде солнце всегда, даже зимой, то есть постоянно идет подогрев бассейна и экономит очень много денег на электричество. Представляешь, такой бассейн, если бы электричество нужно было обогревать. Вот, и если вот сюда выйдем, как раз я сейчас общалась с теми, кто будет устанавливать забор, вот чтобы ты посмотрела, где у нас будет калитка. У нас будет калитка с той стороны. Ага. И такой же кусок, такой же участок у нас с другой стороны дома, везде, в обоих будут калитки. Mm-hmm. Кстати, вот обрати внимание, в доме уже сделаны водоотводы от крыши. И это очень большой плюс. Yeah. Дожди у нас сильные, и это под дом не течет. Что-то еще я забыла, Денис? Ну, в общем-то... Нет, ты все рассказала. Ну, в общем-то, да, по дому, когда прошли инспекцию, были некоторые моменты по поводу того, что дом... Все было хорошо, в доме была сделана предварительная еще замена труб, потому что здесь были старые полипропиленовые трубы давно, их поменяли. Естественно, для того, чтобы провести трубы заново, обычно стены не ломают, потому что у нас в основном, получается, все коммуникации проводятся через крышу. И как раз у нас вот там вот на крыше были моменты, когда наши инспекторы запутались, где какая труба, пришлось выяснять, что где правильно подведено, какие-то коммуникации были неправильно установлены. То есть мы это все в процессе меняли, с продавцами потом приходилось много моментов обговаривать для того, чтобы... Они сделали это все сами. Вот, кстати, вот тоже иногда так бывает, что некоторые покупатели жалуются, но как бы мы тоже иногда будем там на эмоциях, почему там они раньше об этом не знали, все в момент инспекции выясняется. Но на самом деле получается так, что владельцы, они заказывают каких-то там контракторов, приходят к ним строители, они там все это возятся, естественно, здесь жила пожилая пара, бабушка с дедушкой, они понятия не имели, что у них там было на крыше, до тех пор, пока не пришли мы с нашей инспекцией. И стали все выяснять. Ребята, там риэлтор вам нужен, да, опять-таки вот для таких вещей. Для чего, да, нужен риэлтор, потому что действительно, вы можете найти дом на Зилу, вы можете посмотреть, он вам понравится, вы можете также нанять инспектора, но потом в процессе каких-то моментов, когда будет нужно будет торговать. Что-то торговаться, и опять же, все же это должно быть задокументировано. Конечно, правильно. Любое движение, любые переговоры, они могут быть как-то озвучены вербально, но потом в дальнейшем все должно быть зафиксировано. Если какие-то установленные сроки, они должны быть все прописаны. А за этим уже должен следить профессиональный человек, риэлтор, который должен соблюдать все пункты, причем соблюдать еще также закон по поводу всех этих переговоров и правил купли-продажи. Кстати, по поводу сроков, тоже очень важно, как Денис сказала, риэлторы всегда отслеживают сроки, не дай бог пропустить этот срок на одну минуту. То есть, например, в полночь
в 12.01 уже все условия пропадают. То есть мы это все отслеживаем. К примеру, я слышала очень много историй как бы от покупателей. Не знаю, были у них риэлторы, не были. Может быть, они сами напрямую. Кстати, идти напрямую к листинг-агенту, думая, что это будет лучшая сделка, не всегда. Листинг-агент всегда представляет интересы только своего клиента, конечно, только продавца. Он же заинтересован исключительно продать. Конечно, и такие моменты, такие вещи, как сроки, опять-таки, например, у нас есть на инспекцию, скажем, 7 дней на инспекцию. Все, ты должен, вся эта торговля, инспекция, все это уложиться в этот срок, сделать все официальные документы, поторговаться, потому что на восьмой день, в 12.01, полночь, это уже не будет действовать. И чаще всего так бывает еще, что продавец как бы под дурачка затягивает период до последнего, обещает, что он что-то должен сделать. В конце концов, там в какой-то период что-то не случается. Сколько раз мне приходилось приезжать на место дополнительно уже после инспекции. Я лично сам приезжаю и смотрю, сделали они это или нет. Пытаюсь получить доступ в дом, пытаюсь решить все эти вопросы. И если я вижу, что что-то затягивается, я сразу начинаю говорить, все, мы продлеваем период инспекции, или мы продлеваем закрытие, или еще какие-то моменты. Потому что уже заранее знаешь, что продавцы намеренно иногда делают такую ситуацию, чтобы потом как будто бы уже безвыходное состояние, и вы как бы уже подписали, и они уже ничего не и вы уже ничего не должны, и как бы уже все закрыто, все продано. Нет. Не все продавцы такие. Ну, бывают. Почему? На самом деле, да. Каждый хочет купить подешевле, и каждый хочет продать подороже. То есть это совершенно нормальный процесс. Для этого и нужен каждой стране представитель. Потому что впадают в эмоции люди иногда, если они вот друг с другом начинают торговать. Риэлторы всегда как медиаторы мы, как в суде. Это точно. Адвокаты. Ну и еще даже вот история была, когда у тебя был покупатель, и там тоже были продавцы, бабушка с дедушкой пожилые. Да, да. Они физически, морально не понимали, что делать и как за всем этим всем следить. Несмотря на то, что у них там был свой агент, и сколько пришлось тебе со стороны покупателя решать и за них их вопросы, и своего покупателя. 100%. И трубы они тоже меняли. Мы на инспекции обнаружили опять те же самые полиэтилены. Трубы. Бабушка с дедушкой, им пришлось нанимать компанию, они это все поменяли. Опять-таки, это было в течение вот периода торговли, когда мы могли торговаться. Период торговли, да. То есть все это было задокументировано. До момента, когда мы можем просто выйти из-под контракта, или до того момента, когда уже выйти нельзя, но все равно вопрос должен был в процессе, все это должно было решаться в процессе и без всяких задержек. Поэтому, в общем-то, друзья, мы на самом деле Я считаю, что мы нашли хороший продукт. Кстати, инвестор, я не говорила этого, инвестор сюда сама все-таки прилетела, но уже в период инспекции. Она бы не успела сюда прилететь, чтобы посмотреть этот дом. Здесь сразу было несколько офферов, сразу multiple offer situation в первый же день. Что мы сделали? Она доверилась просмотру Дениса. Первоначальные оценки. Да, первоначальная такая оценка. Естественно, мы не инспекторы, мы не можем сказать, что внутри стен. Но нам главное надо было зайти под этот контракт. И она прилетела на инспекцию, ей очень все понравилось. Она говорит, просто вообще супер, спасибо, ребята, вы нашли то, что я хотела. Вот, и вот сегодня мы здесь, поздравляем инвестора. Очень хорошее было решение, хороший выбор. И поздравляю нас, что мы смогли найти такой продукт. Да, от всей души. Мы рады вместе с вами. Мы всегда радуемся покупке наших покупателей, как будто мы вместе с ними приобретаем их недвижимость и всегда это расцениваем через себя, через душу, через сердце пропускаем. Ну что ж, на этом мы, друзья, попрощаемся. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Подписывайтесь или просто смотрите. Ну, лучше, конечно, если вы будете подписываться на наш канал. Это хорошо очень для нашего канала. Ну, или хотя бы ставьте лайки, пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу этого дома. И, Юля, опять-таки, как я говорила в начале, ты вставишь два других дома, которые по какой-то причине инвестор... причины были. То есть, слава богу, у инвестора были уже определенные... критерии, которые она хотела. Вот в одном доме что-то не то, в другом что-то не так. А в этом доме было все идеально для нашего инвестора. На этом мы прощаемся. Пока. Всем пока, до новых встреч. Пока.